У Ивановского областного театра кукол появился свой музей. Экспозицию разместили в фойе. Пока она оформлена не до конца. Нет пояснительной информации, не указаны мастера, изготовившие кукол. Но ко дню рождения театра, который отмечается 8 февраля, экспозицию доработают. Почетные места в витринах заняли около 50 экспонатов. Это и архивные фотографии, и афиши, и, конечно же, марионетки. Двум куклам-долгожителям театра, некогда подаренным, исполнилось больше века. Особый интерес представляют катурны – специальная обувь для актеров, работающих за ширмой. К сожалению, марионетки, изготовленные самыми первыми ивановскими мастерами, до наших дней не сохранились. В первые годы существования театр кукол был выездным и не имел постоянного помещения. Но с тех пор, когда был построен Дворец искусств, появилась возможность хранить уникальные авторские куклы. Мечта наша сбылась. Мы все-таки открываем вот эту часть музея, главную экспозицию. Мы много лет о ней мечтали. Потому что театр должен иметь свой музей. Это только начало, потому что у нас еще есть площади для музея. Естественно, что вопрос упирается в деньги и так далее. Если понравится всем, кто к нам придет, этот музей, то я думаю, что мы все-таки будем его расширять дальше.